деньги, потраченные с пользой, никогда даром не пропадают, поэтому внимательно следите за своими покупками. Ну а чтобы вам не заблудиться в бескрайнем океане шопинга, мы подскажем, как удачнее тратить свои сбережения. В эфире «Телегид», покупатель всегда прав, и я его ведущая Лидия Шулаева. Из этого выпуска мы узнаем, как создать комфортную жизнь для вашего малыша и где приобрести недорогие, но надежные двери, а также раскроем секреты неувядающей красоты. С появлением ребенка привычный уклад жизни в семье значительно меняется. Еще до рождения малыша нужно предусмотреть множество деталей. Как перевозить ребенка в автомобиле, какую мебель купить домой, как правильно выбрать коляску и прочее. Голова может пойти кругом. И тут молодым родителям просто никак не обойтись без советов профессионалов. Как, что и где выбирать, и на что стоит обратить особое внимание, мы решили выяснить в магазине «Наш малыш». Первое, с чего стоит начать подготовку к появлению в семье малыша, это приобретение автолюльки или автокресла. По закону и в целях максимальной безопасности ребенка перевозить его в машине можно только в этих специальных устройствах. Выбор их настолько огромен, что не мудрено запутаться. Квалифицированные консультанты магазина «Наш малыш» всегда помогут сориентироваться. В первые месяцы, когда малыш еще не сидит, необходима автолюлька или кресло, которое может в нее трансформироваться. Автолюлька, конечно, очень удобна. Ребенка в ней можно переносить и вне автомобиля. Но уже через полгода ее придется менять на кресло. Например, на такое для детей от самого рождения до 18 или в зависимости от модели 25 килограммов. В этом кресле имеется у нас, значит, как лежачее положение для новорожденного, полулежачее и сидячее. Ребенок растет, мы ремни переставляем по росту ребенка. Вырос ребенок, мы убираем все ремни, и уже ребенок, допустим, там в 3, в 4, в 5 лет в этом кресле, так как, допустим, оно там до 18, до 25 килограмм, крепится просто штатным ремнем. Если все-таки для новорожденного малыша у вас была люлька, например, ее предусматривала коляска, о таких моделях мы поговорим чуть позже, то когда малыш чуть подрастет, на смену можно взять кресло для детей от 9 до 36 килограммов. В таком не предусмотрено лежачее положение, но оно прослужит вам очень долго. В дальнейшем это кресло чем удобно? То, что спинка отсоединяется, и у вас остается один бустер. И получается, что в этом кресле вы малыша можете провозить, ну, то есть до последнего возраста, который от нас требует закон. Кресла есть разных цветов и моделей, с типом креплений Изофикс или стандартными штатными ремнями. Тут, что называется, все на вкус покупателя. Единственное, что обязательно должно быть, все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие качество изделия. На каждом кресле обязательно должен стоять государственный знак, где, значит, указаны все стандарты, по которым произведено кресло и требования к производителям этого кресла. Следующий пункт – приобретение коляски. И тут нужно учесть массу факторов, чтобы и малышу комфортно, и маме удобно. Десятки вариантов в магазинах «Наш малыш». Коляски 3 в одном – это модели с автолюлькой, зимним и летним модулями. Если же вы приобрели автокресло, тогда для вас модели 2 в одном. Практически на всех для лета есть москитные сетки. Хорошо, если в коляске также будет предусмотрено проветривание. Важно и то, насколько удобно будет гулять с этой коляской. Поэтому отдельное внимание – шасси. Например, модель «Мишель» с 14-дюймовыми колесами и стандартной их расстановкой. Такая проедет по любым дорогам и сугробам. Очень удобны коляски на поворотных колесах. Она по пандусу проезжает стандартными колесами, в лифт проходит в любой, даже в самый маленький, расстановка колес. В общем-то, 60 сантиметров. Эти поворотные колеса, что они нам дают? Они нам дают очень хорошую маневренность коляски. Маме не надо натруждаться. Эта коляска, она вращается вот очень удобно и, в общем-то, удобно в управлении. Когда, допустим, скользкая дорога, как вы говорите, или гололед, колеса зафиксировали, и коляска идет четко и ровно. Ну и, наконец, мебель для малыша. Пеленальные столики и кроватки. Выбор их сегодня не ограничен ничем. Есть бюджетные варианты, есть более дорогие кроватки-конструкторы, совмещающие в себе до 6 вариантов использования. В качестве люльки, кроватки, манежа. А когда малыш подрастет, такая колыбель легко превратится в столик и два кресла. Самые популярные модели – кроватки с маятниками. Маятники существуют поперечное качание и вот такое вот продольное качание.
Здесь дело в том, что не имеет значения для ребенка, как вы его будете качать. Здесь вы уже выбираете качание по отношению к своей кровати, как вам будет удобно, лежа на кровати, там ночью покачать ребенка. Бортики всех кроваток покрыты специальным пищевым пластиком. Дети так часто их грызут. Теперь можно не переживать, что они поранятся. Кроватки трансформируются. Один из бортов снимается, когда малыш подрастет. Есть варианты и с трансформацией в кровать для подростков. Снимается маятниковая система, убирается тумба и остается нижняя ложа длиной 1,70 м. Очень удобное решение. И, конечно, в магазине «Наш малыш» огромный выбор матрасов и комплектов кроват. Постельного белья для детей, детской мебели, одежды и обуви для детей, ванночек, манежей и прочих таких необходимых мелочей. И самое главное, к каждому покупателю здесь относятся с особой заботой и вниманием. Мы своих покупателей сопровождаем до последнего момента, пока они от нас вырастают. С первым, со вторым ребенком мы предоставляем все услуги. Все, то есть запчасти, ремонт, в общем, все сервисное обслуживание, что по мебели, что по коляскам. Словом, здесь всегда помогут, проконсультируют, подскажут и гарантируют высокое качество всей предлагаемой продукции. В магазинах «Наш малыш» действует гибкая система скидок на все группы товаров. При покупке мебели, например, вы можете сэкономить от 5 до 20%. А еще здесь можно приобрести подарочные сертификаты. Магазины «Наш малыш» с заботой о вас и ваших детях. Торговый центр «Галактика», второй этаж, Московский пассаж, цокольный этаж, телефон 31608, сайт дети-саров.ру. Качество и надежность, и при этом доступная цена. Вот главные критерии, на которые мы ориентируемся, выбирая двери, как входные, так и межкомнатные. Но как совместить эти, казалось бы, полярные понятия, узнаем сегодня в магазине «Евродом». Ремонт и строительство – дело всегда затратное. И неудивительно, что появляется желание сэкономить, но при этом не потеряв в качестве. Отличный вариант такой экономии – двери от магазина «Евродом». Металлические входные, межкомнатные из массива, шпанированные и ламинированные двери. Двери с покрытием ПВХ и экошпон. Широчайшая линейка моделей от известных российских производителей. Мы, потому что работаем с проверенными производителями уже достаточно, уже, скажем так, не один десяток лет, которые зарекомендовали себя на рынке и, соответственно, наших покупателей. Двери эконом-сегмента не уступают в качестве и надежности дверям премиум-класса. И точно так же могут быть подобраны под цвет и стиль вашего интерьера. Невысокой стоимости удается достигнуть за счет сразу нескольких факторов. Во-первых, магазин «Евродом» – официальный представитель фирм-производителей. А это значит, никаких дополнительных наценок на изделия нет. Во-вторых, в магазине постоянно действуют акции – скидки на выставочные образцы дверей, а также гибкая система скидок. При крупном единовременном заказе вы можете очень ощутимо сэкономить. Ну и в-третьих, замеры и доставка до подъезда в городе и в радиусе 80 километров от города бесплатно. Отдельное внимание уделим категории так называемых дачных дверей. Для ваших загородных домов и домиков в магазине «Евродом» есть специальные предложения. Это межкомнатные двери из срощенного массива сосны. Такое дверное полотно стоит всего 4000 рублей, при этом прослужит долгие годы. Дачные двери, массив, как необработанные, лаком и красками, так и в любой цветовой гамме можно их подобрать на усмотрение уже покупателя. Ну и, конечно, металлические дачные двери – идеальное решение по оптимальной цене – 9000 рублей. Несмотря на то, что эта дверь, скажем так, невысокой ценовой категории, но, опять же, дверь утепленная, покраска коррозийноустойчивая, вот, тоже замки, глазок, в общем, все присутствует. Также, так как петли наружные сейчас делают двери, но они предлагают противосъемные штыри, которые, ну, скажем так, если вдруг кому-то там петли вздумается спилить, дверь останется на месте за счет вот этих противосъемных штырей. Вообще выбор дверей в магазине «Евродом» удовлетворит любого заказчика. Так, например, здесь представлены двери с терморазрывом. В одной конструкции два полотна, между которыми теплосберегающие и шумоизоляционные материалы. Эти двери уже идут как самостоятельные входные двери, которые уже не предполагают наличие второй входной двери. Также в цвет внутренней отделки двери можно будет откосы сделать доборами, наличниками, и будет это
выглядит очень эстетично. А еще в Евродоме вы легко найдете дверь, даже если в вашем доме или квартире проемы нестандартных размеров. Для вас подберут дверь нужной вам высоты и ширины. Кстати, еще раз напомню, все замеры здесь делают бесплатно. На каждую дверь Евродом предлагает двойную гарантию от производителя и от магазина. Предоплата при заказе всего 30%. Полную стоимость двери вы оплачиваете уже после установки, то есть лично убедившись в ее качестве и надежности. Также в магазине Евродом действует беспроцентная рассрочка от магазина, без участия банка. Все подробности об ассортименте дверей в Евродоме, а также о представленной в магазине корпусной мебели и шкафах-купе вы можете узнать на сайте www.evrodom-sarov.ru. Также на сайте можно оставить заявку быстро и удобно. Евродом. Вся суть в деталях. ТЦ Европа, второй этаж. Телефон 375-77. Проверенный способ порадовать себя – отправиться в салон красоты. Об этом знает каждая женщина. Но вот далеко не все знают, какие именно процедуры помогут сохранить молодость. Специально для вас мы выяснили все о методиках, которые позволят надолго сохранить кожу вашего лица красивой, здоровой и сияющей. Безболезненная и эффективная процедура, которая подходит как мужчинам, так и женщинам любого возраста, направленная на решение огромного спектра эстетических и медицинских проблем. Звучит как сказка, но это реальность, которая доступна уже сегодня. Карбокситерапия – методика, которая входит в пятерку самых эффективных процедур по регенерации тканей. Суть ее проста. С помощью мезоинжектора внутрикожно или подкожно вводится специальный медицинский углекислый газ. Мы четко выставляем количество, объем газа, который мы вводим, глубину газа. И все достаточно просто. Дальше дело техники. Нажимаем, и, собственно, он у нас вводится туда, куда нужно. За счет того, что мы с вами получили большое количество кислорода, что у нас получается? Что у нас увеличивается обмен веществ. То есть способность ткани к регенерации, самовосстановлению увеличивается. Признаки увядания кожи, темные круги под глазами, локальные жировые отложения, целлюлит, шрамы, травмы, псориазы, артриты – это далеко не все показания для карбоксотерапии. Процедура сочетается практически с любой другой методикой и показывает невероятные результаты. Эффект виден сразу и сохраняется до полутора лет. При этом карбокситерапия полностью соответствует современному тренду медицины. Все естественно и натурально. Там нет ничего, что вызвало бы какое-то токсическое воздействие на организм. Когда мы вводим с вами углекислый газ, создается определенный участок, где его много. То есть с точки зрения организма мы получаем гипоксию. Кислорода меньше становится, и он включает определенный механизм. В биохимии он называется эффект Бора. Когда попадает углекислый газ, собственно говоря, в определенный участок ткани, это может быть не только кожа. Это может быть и волосистые части головы, это может быть артриты, это может быть мышца. То есть это может быть любой совершенно участок кожи. Он вызывает совершенно определенные механизмы, которые сводятся к трем направлениям. Это, во-первых, увеличение кровотока, во-вторых, расширение микроциркуляции, и, в-третьих, быстрее гемоглобин отдает кислород. То есть мы, с одной стороны, вводим углекислый газ, а в ответ получаем именно насыщение кислородом. За счет того, что мы с вами получили большое количество кислорода, что у нас получается? Что у нас увеличивается обмен веществ, то есть способность ткани к регенерации, самовосстановлению увеличивается. В отличие от многих других косметологических методик, эффект от карбоксотерапии носит не только эстетический характер. То есть мы не просто видим результат, но и чувствуем его. Во всем мире это больше лечебная процедура. И эстетику, улучшение качества кожи, уменьшение морщин, лечение целлюлита, уменьшение растяжек, рубцов. То есть мы получаем через лечение кожи. Это совершенно другой принцип, нежели мы что-то ввели, оно у нас какое-то время подействовало и потом ушло. Для тех, кто совсем не приемлет никакие инъекции, есть и безинъекционный вариант карбоксотерапии. В этом случае на кожу лица наносится специальный гель и маска, в результате взаимодействия компонентов которых выделяется углекислый газ. После процедуры, в принципе, я делала много разных уходов, ощущение такого свежести, лифтинга и просто удовольствие, ощущение своей кожи, очень мало процедур дают.
Несмотря на то, что карбокситерапия – методика универсальная и подходит почти для всех, есть здесь и ряд противопоказаний. Поэтому так важно делать эту процедуру в сертифицированном медицинском центре, где специалисты вас проконсультируют и подберут оптимальную для вас программу и индивидуальный курс. Медицинский центр «Шоколад» – это высококвалифицированные специалисты, в том числе врач-косметолог, современные аппараты, имеющие сертификаты соответствия, и новейшие косметические и медицинские препараты. Центр работает по стандартам Министерства здравоохранения и соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологического режима, имеет лицензию на проведение услуг и использует в своей работе одноразовые медицинские материалы для проведения процедур. Медицинский центр «Шоколад» – ваш красивый ориентир на пути к совершенству. Проспект Мира, 3, телефоны 75787 и 70131. Расставаться с деньгами нужно легко, но помните, только те траты полезны, что приносят нам радость. Следите за нашими эфирами и тратьте ваши деньги с умом.